Привет, друзья! С вами вновь Владимир Павлищев. И сегодня я приехал опять половить на зимний фидер. А нахожусь я на Дону. Зима в этом году у нас очень теплая и позволяет ловить фидером по открытой воде. Сюда я приехал именно за рыбцом, попробовать половить рыбца. И надеюсь, сегодня у меня получится хоть что-то поймать, так как рыбалки сейчас очень сложные и рыба капризная. Ну, получится у меня это сделать или нет, вы, как обычно, увидите позже. Место, которое я сегодня выбрал для моей рыбалки, это станица Елизаветинская, низовье Дона. И перед тем, как выбрать это место и сесть и начать ловить рыбу, я внимательно изучил рельеф и наличие рыбы. Для этого я использовал эхолот, вот такой вот, и он очень сильно помог мне с определением места. Так как до этого мы приехали на другое место, и рыбы там просто не было. Хотя тоже река, тоже низовье, но рыбы там не было. Здесь эхолот показал наличие рыбы, и ее было очень много. Хотя она стояла в толще воды, но так или иначе мы решили остаться здесь и попробовать ее половить. И это было сделано правильно. Рыба клюет не так активно, но она ловится. Слева от меня тут яма очень глубокая, и вот поклевка есть, рыба, вот что-то клюнуло, но небольшое, и ушло, рыба сошла, врезался в бровку. Слева от меня очень глубокая яма, и видно, что на ней ловят рыбу, там куча рыбаков на лодках. Я сел немножко ниже этой ямы, и здесь обратное течение, и как бы обратка, и практически отсутствует течение. Здесь я использую очень легкие кормушки. Поначалу я поставил туда тяжелую кормушку, 90 грамм, но вытаскивать ее было очень сложно, потому что там бровка, и кормушка постоянно втыкалась в нее. Сейчас я поставил туда легкую пулю, это 60 грамм, и она очень легко выходит оттуда без каких-либо проблем. Не втыкается в бровку. Но когда вытаскиваешь кормушку с рыбой, возникают определенные проблемы. Рыба упирается в бровку, и протащить ее бывает очень тяжело. Иногда она сходит. Сейчас пытаюсь разобраться с тем, чтобы получить уверенную поклевку, и рыба не сходила. Разобраться с длиной поводка и формой, и толщиной крючка, который буду использовать. Периодически их меняю, но пока особого результата нету. Слишком тонкий крючок, на него поклевки быстрее, но рыба сходит, потому что цепляется за бровку, и рыба режет. Вот поклевка хорошая очень. Сейчас опять рыба сошла. Поклевка хорошая, но реализовать ее не удалось. Сейчас использую длинный поводок. Поводок 80 сантиметров, 12 диаметра. И крючок 2210 от Гамакацу. Он очень толстый, но не получилось засечь рыбу им, хотя крючок очень хороший. Насадка практически вся целая осталась, но рыбу не засек. Сейчас опять обновлю насадку и попробую ее поймать. Набью туда побольше мотылька, обновил насадку и попробую опять поймать ее. Пытаюсь разобраться с длиной поводка и размером крючка, чтобы получать уверенные поклевки и чтобы рыба у меня не сходила. Снасть сегодня использую примитивно простую. Это петля Гарнера, без каких-либо фидергамов, без ничего. Но чувствую, что добавлю фидергам, потому что когда упирается кормушка в бровку, рыба у меня сходит. И чтобы это уменьшить и исключить практически это, буду использовать фидергам. Но пока попробую половить без него. Главное добиться хороших поклевок и чтобы рыба засекалась. Еще проблема вытащить оттуда кормушку. Она постоянно цепляется за бровку. Вот сейчас рыба. Кстати, рыба сидела даже без поклевки. Кстати, хорошая рыба попалась. Вот есть. Она просто взяла насадку и сидела без поклевки, без движения. Это говорит о том, что рыба очень неактивная. Вот рыба очень хорошая, и, по-видимому, это рыбец. Сейчас
Сейчас главное протянуть ее через бровку. Там я не использую фидергам. Думаю, сейчас я его поставлю. Пока рыба идет. Идет. Неплохая. Вон, всплыл. Вполне возможно, что я даже забагрил эту рыбу, потому что ведет она себя как-то непонятно. Да, рыба перевернулась, не пойму, или забагрил я ее, или она перевернулась при вываживании. Ах, ушла. Ушла у самого берега. Да, рыба сошла. Это говорит о том, что надо поставить фидергам и исключить вот такие моменты. Сейчас я обрежу петлю гарнера и свяжу скользящий монтаж с фидергамом обязательно, чтобы уменьшить количество сходов. Как обычно, буду использовать застежку с вертлюжком, которую я одену на основной шнурок, потом отбойник. И заготовка, кусочек фидергама с перевязанным вертлюжком. Привяжу его. Формирую узелок, затяну, смочу, все подтяну, обрежу. Стяну отбойник и все. Вот такой монтажик. Вот такой монтаж. Это самый популярный монтаж, который я использую чаще всего. Закреплю поводок к фидергаму методом удавки. На поводке делаю петлю и накидываю на фидергам. На фидергаме вот здесь на конце у меня узелок. И просто накидываю леску и затягиваю удавку. И стягиваю это все к узелку. Вот так все. Вот произошла поклевка сразу с фидергамом. И рыба легко проходит бровку, сейчас не сходит. Фидергам, конечно, это волшебство. И крупная плотвичка. Но зимой это тоже праздник. Даже такая рыба. Вот. Небольшая плотва. Отпущу ее назад. Так, продолжу. Забью кормушку. Кстати, кормушку использую пулю от Rig Pro. Хорошая пулька, хорошо всплывает. Нужной кормоемкости для сегодняшней ловли. Небольшая и не маленькая, что-то среднее. То, что надо для сегодня. Thank you.
это рыба, на которую я нацеливался. Это рыбец. И поимка ее зимой доставляет массу удовольствия. Вот такой красавец. Надеюсь, он будет не последний сегодня. Начал экспериментировать с крючками, с длиной поводка, размерой и формой крючка. И выяснилось, что при длинном поводке, это 80 сантиметров, и некрупном крючке хорошо клюет плотва, именно на падении. Но плотва, как объект, сегодня меня особо не интересует, когда есть рыбец, хочется ловить рыбца. А рыбец лучше ловится на более короткий поводок. Вот подтяжечка какая-то. На более короткий поводок, это 50-60 сантиметров, и не тонкая леска. Но крючок должен быть тоненький. Крючок вот хорошо подошел 101 серии. Он универсальный крючок для фидера. И хорошо держит насадку, и опарыша, и мотыля, и не быстро тупится. Вот он на данный момент лучше всего подходит для такой ловли. Произошла холостая поклевка. Рыба неактивная, очень аккуратно клюет. И даже небольшие шевеленочки означают о том, что это поклевка. И надо выбирать снасть. Так что вот так. Продолжу ловить с этим крючком. Вот даже ракушку, которую он проходит. Он идет по бровке, цепляюсь за бровку, когда вынимаю снасть. И ракушка не так сильно его тупит. Конечно, он теряет остроту, но остается острым. Ну, по традиции расскажу, на что я сегодня ловлю. Именно какое удилище я сегодня использую. Это удочка длиной 3,6 метра до 90 грамм под брендом Nautilus. Это прототип. Опять это предсерийный образец, который я получил на тест. Отличная удочка. Насколько я понимаю, она в бюджетном сегменте, и качество ее очень хорошее. Ценник, насколько я помню, будет у нее в районе там 3-4 тысяч, и за такие деньги отличное удилище. Катушку сегодня я решил использовать от компании Brian 5000 размера под моделью Storm. Неплохая катушечка, оставляет очень хорошие впечатления. Посмотрю, что будет дальше от более частого использования. Но первые впечатления очень даже неплохие. Вот она, долгожданная поклевка рыбца. Приходится его очень долго выжидать. Поклевки редкие. Рыба, по-видимому, сошла. Да, рыба сошла. Ну, что поделать. Уперлась кормушка в бровку, и рыба ушла. Ну, попробуем поймать еще. Была хорошая рыба. Ну, что поделать. Это рыбалка, без этого никуда. Поклевки сегодня какие-то непонятные. Вот рыба какими-то наплывами клюет. Она подплывает, и поклевки следуют то одна за одной, то полчаса их просто нету вообще. И никакой шевеленки, никаких движений там нету. Насадку не обсасывают, ничего с ней не происходит. И складывается такое впечатление, что рыба перемещается стайками. Одна стайка подходит, ловится, потом уходит. И ждешь от стаи до стаи. То подошла, 2-3 рыбки ловишь, и все. И потом полчаса сидишь, ждешь. Это связано, скорее всего, с тем, что рыба как-то перемещается, мигрирует тут и не особо реагирует на прикормку. Зимой такое бывает очень часто. Ничем рыбу не удержишь, ни живым компонентом, ни прикормкой. Такова особенность ловли зимой. Ну, не всегда, конечно, но в большинстве случаев такое бывает. Вот произошла очередная долгожданная поклевка. И мне удалось протянуть рыбу через бровку. Сейчас я ее подведу к берегу и посмотрю, что ж там у меня клюнуло. По ощущениям, это небольшой рыбец. Да, это рыбчик.
Вот долгожданная рыба, которую я сижу сегодня и выцеливаю в час по чайной ложке. Одна поклевка в полчаса. Но оно того стоит. Баржи сегодня вносят коррективы в ловлю. Как только проходит баржа, сразу заканчивается клев. Минут на 15. Он будоражит воду, и рыба сразу перестает ловиться. Но как только успокаивается все, рыбец возвращается и начинает клевать. Но поклевки не быстрые. Приходится поклевку ждать от 5 до 10 минут каждую. И частые перезабросы здесь не требуются. Ну и соответственно, я расходую минимальное количество прикормки. На сегодняшний день я замешал всего один пакет. И у меня, я думаю, еще останется прикормка. Предпочтения в насадке у рыбца сегодня поменялись. Если он сначала хорошо клевал, ну, более-менее, клевал на опарыша, потом на опарыша с мотылем, то сейчас он клюет только на чистого мотыля. С опарышем он не хочет брать вообще никакую насадку. И я смотрю, соседи справа от меня, они ловят в основном опарыша, и поклевок у них практически нету. Зимняя ловля на фидер выгодно отличается от летней. Для зимней рыбалки вам понадобится всего один пакет. Вот сегодня я использую всего один пакет прикормки. Это серия премиум Дунаев Плотва. Для вот этой ловли мне было достаточно одного пакета, 1 килограмма. И еще мне понадобилось совсем немного кормового мотыля. Это около 100 грамм на целый день ловли. Если бы я плавил летом, то я бы не обошелся бы 1 килограммом прикормки. Как минимум 2, а может быть и более. Так как летом рыба более активна, и она постоянно кормится. И вам постоянно приходится перезабрасывать и вытаскивать кормушку. Иногда с рыбой, иногда без. А зимняя рыбалка, она более размеренная и медленная. Поклевки не такие частые, как летом. И приходится порой очень долго ждать поклевку. Вот и подошла к концу моя сегодняшняя рыбалка. Мне удалось поймать именно ту рыбу, на которую я нацеливался, а именно рыбца. И надеюсь, в этом году мне удастся съездить еще несколько раз и половить на фидер до прихода настоящих зимних морозов. А вы это все увидите на Дунаев ТВ. С вами был Владимир Павлищев, и до новых встреч!